стрелке встать. Ух ты, там кто-то... Чьи-то ноги. Друзья. Тихо, тихо, тихо. Фу, никого нет. Так. Так, здесь у нас больше ничего нет. Так, я слышал, что-то скрипнул. Это эта штука. Баба с прожектором, да? Шуршит. Шесть. А. Фу, это всего лишь камера. Я уж думал, это... С башкой... О, с прожектором вместо башки. Как же темно. Твою мать. Беда, я опять обделался. Чё за... Так, смотрим по сторонам, чтобы ничего не пропустить. Мало ли. Жесть. Музыка такая заиграла. Аж мурашки по коже. Так, тут стекло, да? Вы это слышали? Ч-ч-ч. Тихо, тихо, тихо. Кит, спокойно, спокойно. Это всего лишь наше воображение. Здесь никого нет. Фу, это трава там какая-то. Я аж думал, там силуэт чей-то. Да что ты? Здесь тоже стекло. Здесь стекло. Можно разбить? Нет. Я хочу туда войти. Там был сейф. Сейф. Вроде никого, вроде чисто. Как же все-таки стрёмно. Еще музыка такая просто жесть. Откроем сейф. Опа-на. А тут уже по-другому, смотрите. Здесь уже нужно знать комбинацию. Комбинацию мы не знаем. Ну, давайте посмотрим, может, где-то... О! Пять. Так, пять. Значит, смотрим дальше. Где-то должна быть... Так, там было 5, а здесь что? 7, да? 7. 7. Точно. 7, 12. 5, 7, 12. Запомнили. Тут все, да? Тут... О! Проход. Микроволновочка. Так, 5, 7, 12. Ну, давайте. Так. 5. 7. 7.
12. Без разницы, да, наверное, в какую сторону? 18. Так, я не понял. А, смотрите, они разных цветов. Точняк. 5 желтый. Тихо, 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 тихо. 5 желтый, 7 какой-то оранжевый. И 12 синий. 5 желтый, оранжевый, синий. Вот здесь 5 получается. 5. 7. И здесь 12. Отлично. Такс. Пробил. Второй фрагмент письма. Отлично. Так. Ух ты. Можно так, да, еще? Так, архив. Так, это мы смотрели уже, все видели. Что это? А. Так. Второй фрагмент. Соединить. Он крутится, нет? Ух ты, я вышел. Текс. Нет. Так. А можно покрутить его? К повернуть. Точно. И это, наверное, вот так. Я думаю. Нет? Стопы. Тихо. Повернуть. Ну, даешь ногами надпись, получается. Ну, получается, да. Вот так. Отлично. Так, ну, давайте подправим первую. Хотя, я думаю, четко и не надо. Она сама потом подправится, когда соберем полностью все. Ну, это мое мнение такое. Так, здесь мы закончили. Что нам остается? Нам остается, надо спуститься, да? Вниз туда. По лестнице. Давайте попробуем. Бутылка. Сколько я могу бутылок носить с собой? Одну, две. Пакет. Так, нет. Всего одну можно. Ох, трупишник здесь лежит. Так. Смотрите, еще куда-то ползти можно. Еще бутылка. Так, давайте-ка сползаем. Что нам это даст? Что же нам это даст? Ух ты! Ты кто? Улитка. Ой. Что это? Ребята, вы это видели сейчас? Что это было? Подобрать. Предмет получен. Вам стала доступна новая модель. Чтобы рассмотреть ее, зайдите в просмотр модели в главном меню дополнения. Сейман. Так. Записи, фрагменты, выпуск. Так, друзья, это получается у нас в самом
самом главном меню, значит. Ну ладно, тогда... Что? Тогда мы посмотрим дополнительные эти штуки все, когда уже будут бонус-видео к этой игре. Я думаю, да? Да. Такс. Давайте зайдем в дверь. Сколько можно уже томить? Контрольная точка. Так, я вижу, что-то там блестит. Ух ты ж мать. Там ходит кто-то. Прячемся за укрытие. И там что-то блестит. Чувак нас не видит, да? Очень радует то, что фонарик, как бы, они не видят, когда мы в укрытии. А не то пришлось бы в потемках вообще тут ползать. Тогда бы ни мне, ни вам бы ничего не видно было. Смотрите, он идет сюда. Босой такой. Давайте-ка туда попробуем. Отлично, он нас не видит. Давайте-ка. Что у нас здесь? Здесь у нас в ящике ничего нет. А здесь? Можно спрятаться. Понятно. Что же у нас тут блестит? Если позвонить на этот мобильник... Что? Да, я понял, можно отвлечь будет. Тикс. Можно отвлечь будет. Тихо. Отвлечь врагов, если позвонить на тот мобильник. Так. Как-то это надо провернуть. Там еще что-то блестело, да? Надо как-то... Не знаю. Где там? У нас второй. Так. Давайте подождем, пока он сейчас пройдет. И попробуем проскользнуть и позвонить на мобильник. Кит, почему ты с собой не носишь мобильный телефон? Сейчас бы взяла, просто из укрытия бы позвонила. И все. Так, отличненько. Отлично. Я так понимаю, дверь мы закрыли. Так, от одного мы избавились. Остался еще один. И что нам делать? Я знаю, надо. Что ты там ломишься? Он дверь-то не выбит. Так, надо понять, по какой траектории он ходит. Всего-то? Окей. Так, здесь еще труп лежит.
Так, а если мы... Он нас увидит, нет? Ну, вроде бы не видит. Это отлично. Это радует. Знаете, что можно сделать? Так, пропуск в лабораторию. Этот пропуск позволяет пройти в другую часть комплекса. Отлично, это карта. Так, а теперь что? Надо как-то, чтобы он нас не заметил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Фу. Я так понимаю, это ключ вот от этой двери. Но. Так, у нас есть... есть. Ой. Ой-ой-ой, кит. Сядь. У нас есть бутылка. Давайте-ка попробуем кинуть бутылку. Я ни черта не вижу. Так, бутылку нам надо кинуть вот сюда. Давайте попробуем. Отлично. Так, пока он там занят, давайте быстрее кид, давай. Бегом. Фу. Так, а здесь что у нас? Он заметил. Черт. Пусто. Черт. Я ни черта не вижу. Кит, давай, быстрее. Открывай эту дверь. Черт. Фу. Я ж вспотел. Нифига такой там подстава такая. Просто. Фу. Жесть. Так. Что там было говорилось? Стоять на месте и жизни прибавится. Ну давайте. Да я понимаю, тебе плохо, девочка, плохо. Все, отлично, успокойся. Мы в безопасности. Пока что, я надеюсь. Так, вижу символы. Это означает, что нам можно... Ух ты, там пропасть такая. Это означает, что нам можно открыть потайную дверь. Не забывай, теперь ты одна из нас. Текс. Дверь закрыта. Значит, надо сюда. Не понял? Так, теперь понял. Нет, ни черта не понял. О!
пока мы справляемся со всем вполне даже очень хорошо. Заметили, друзья, да? Сколько мы уже играем, оружие нам так и не дали. Просто вся игра идет в стилистике стелс. Как бы чистая выживалка. Такая. Так, что здесь у нас? Так, это анатомия здесь. Смотрим, может здесь и улитка еще одна есть. Улитка просто убила. Реально. Здесь так душно. Очень душно. Так. Какие-то тут непонятные штуковины. Сейчас подойдем, давайте здесь посмотрим. Может, что-то интересное есть. Рубильники. Почему нельзя свет включить? Я почему-то думал, сейчас буду смотреть в это окно, и как обычно у них, как они любят, какая-нибудь хрень там либо вылезет, либо пройдет. Так, давайте. После многочисленных недомолвок, инструктажей, тщательной многомесячной идеологической обработки, они наконец приняли меня в свой круг. Это место, мягко говоря, необыкновенное. У них все выглядит по-современному, но сдается мне, они начали свои исследования лет 100 назад, если не раньше. У этого места давняя история, и, как я понимаю, это лишь один из множества их филиалов. Госучреждения, влиятельные семейства. У них широкие связи в высоких кругах, а значит, и для меня открывается море возможностей. Так-с. Я пропустил. Очевидно, мой уникальный подход, испытанный в маяке, привлек их интерес. Я благодарен за представленный мне шанс. Впрочем, большая часть того, над чем работают их научные сотрудники, уже давно устарела. Они сказали, насчет бюджета можно не волноваться, их заботит только результат. Совмещать службу здесь с работой в больнице вполне реально. Но вот Рубин, его работа едва ли заслуживает внимания, но для столь молодого человека это все равно поразительное достижение. Возможно, однажды я даже предложу ему мне ассистировать. Понятно, это все доктор Хименес, записи доктора Хименеса все время. Так. Доктор Хименес, торг здесь неуместен. Наша задача — найти решение, поэтому мы и создали этот комплекс. Это я понимаю. И благодарен вам за то, что дали мне время. У этого времени есть предел, и мы к нему приближаемся. Если вы исчерпали себя, нам придется найти другого, более подходящего человека. Давайте не будем спешить. Я провел визуальный осмотр. И должен кое о чем с вами поговорить. Пойдемте. Проектор в соседней комнате. Такс. Открылась дверь, или ее здесь не было? Ее не было, да, походу, дверь, по-моему, этой. Я ненавижу этот звук уже. Я уже стал не любить этот звук. Так, темная дверь. Так, где-то здесь, похоже, враг.
Ух ты ж, ё-моё. Это Рувик? Он исчез. О боже. О боже. Какого чёрта? Так, смотрите, появляется значок, что здесь кто-то есть. Я никого не вижу. Здесь был только Рувик, но он исчез. Так, а можно ли туда попасть? Никак, да? Ладно, давайте пойдем в темную комнату. Так, а здесь у нас что? Никаких документов нет. Идем. Не видите улиток, друзья? Опа, опа, опа. Снова Рувик? Или что это? Жесть. Тихо, 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 тихо. А, проектор, про который говорил доктор Хименес. Давайте. Давайте посмотрим. Да чтоб тебе, где ты там? Моя гипотеза такова. Мы не добились успеха потому, что до сих пор использовали только визуальную и звуковую стимуляцию, пассивное воздействие. Даже на моих пациентах с их весьма ограниченными психическими способностями этот метод не работает. Если мы хотим добиться своих целей, нам нужно изменить подход. Нам нужно действовать напрямую. И что вы предлагаете? Это, как бы сказать, мой личный проект. Технохимическая система. С ее помощью мы сможем напрямую воздействовать на подопытных. Возможно, даже влиять на их подсознание. Данные в соседней комнате. Сейчас я их вам покажу. Это видео. Я помню, они показывали мне его, когда привели сюда. Жесть. Ну и что это за видео? Я так вообще нифига не вдупляю. Мёбиус. Так, в соседней комнате, он говорит. А дверь? Где дверь? Обратно, что ли? О, тихо, тихо. Движемся, движемся за ними. Так, снова этот треск. Фу. Я так думаю, что пока никто не вылезет. Так, стекла какие-то. Тихо. Это кто? Ты кто, блин? О, тихо. Мы можем здесь пройти, да? Так. А здесь мы можем пройти? Стеклянные эти стены, да? О. Стем А6441. Мёбиус. Похоже на чертежи.
какой-то системы, STEM. Типа разработки, что ли. Спрятаться в укрытие. Так, тут не пройти, что ли? Окей. Блин, там чувак сидит. Шесть. Так. Еще чертежи. А это что у нас? Так, а к нему не пройти, что ли? Эй! Ты как, живой? Нет? Похоже, он не дышит. Текс. Где вход-то? Так, еще одни чертежи, да? О, это уже показано, как человек, помещенный в аппарат в этот. Так, ну что, да, к тебе-то можно зайти, нет? Этот проект именно то, что нам нужно. Я назвал его STEM. Уверен, он понравится и вам, и вашему начальству. Вы говорили, что это изобретение вашего ученика. В таком случае, какова ваша роль в этом проекте? Он неуравновешенный человек. Полагаю, в данной ситуации вам лучше по-прежнему работать со мной. Я хочу, чтобы вы привели этого человека сюда. Нам все вместе следует много обсудить. Как вы сказали, его зовут? Рубин. Рубин Викториано. Опа, 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 опа. Тихо, 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 тихо. Черт, 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 черт. Назвала меня по имени. Тихо, 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 тихо. Жесть. Офигеть. Она ушла, не? Вроде как я не слышу ничего. Ребят, мне стрёмно. Так, а к этому чуваку никак не попасть получается. Черт. Что за жесть? Фу-фу-фу-фу. Тихо, тихо, там дверь бесится. Ух ты! Вы это видели? Она все ближе. Тихо, тихо, тихо. Жесть. А это знаете кто?
Это сестра, по-моему, Рувика. Как ее звали-то там, я не помню. Помните это? Когда играли за Себастьяна. Лаура. Нет, по-моему, Лаура, да? Которую сожгли. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. По-моему, Лаура ее звали. Так. Отлично, контрольная точка. Контрольная точка. Я не знаю, что на меня нашло. Я плохо себя чувствовал, но... Слушай, давай вначале выберемся отсюда. Здесь творится какая-то чертовщина. Вот где был Лесли. А эти двое, куда они направляются? Кто эти двое-то? Я так вообще никого не видел, кроме Лесли. Так, что здесь мы имеем? Я вообще тут дальше своего носа ничего не вижу. Такс. Статус агента ликвидирован. Обратитесь в биометрический отдел для повторного установления личности. Ну, жесть. Нормально, блин. Нас уже просто ликвидировали. Это уже ни в какие рамки не лезет. Улитка. Ты есть здесь? Здесь просто такая тишина, так это вообще напрягает тишина такая. Ух ты, лифт. Кошка, кися. У нас здесь у нас ничего нет. Давайте сохранимся. Люблю я, когда слышу эту кошку, просто аж душу греет.